Вот и подошла к концу третья смена. Закончился летний сезон 2017 года. Казалось бы, еще вчера мы приехали в этот лагерь, почти ни с кем не знакомы. Прошли по мосту, разобрали вещи в корпусе, поучаствовали в своем первом конкурсе, нашли нового друга. И вот уже прошло 20 дней, и мы стоим на торжественной линейке закрытия смены с улыбкой на лице и грустью в глазах. Третью смену и летний сезон 2017. На этой смене ребята проборозили моря и океаны, побывали на карнавале, ловили морских чудовищ и стали самым дружным экипажем одной большой шхуны «Экопост». Давайте поприветствуем экипажи! Лагеря и ждем закрытием третьей смены в лагере и ждем на следующий год в наш лагерь. Подошло к концу, но мы надеемся, что у вас останутся теплые воспоминания, очень много верных и искренних друзей, а также позитивный настрой на следующий 2017-18 учебный год. Зеленый большой луг, соберем всех друзей в круг, в лето яркий открой путь, вместе с нами всегда. Наш зеленый луг, красота вокруг. Приезжай сюда, лучший лагерь тут. Бери с собой друзей, вместе веселей. Сплотимся в коллектив за 21 день. До скорой встречи, друзья! Ждем вас летом в 2018 году. Нелегко.